Всем привет, друзья! Продолжаем проходить игру Devastation. Следующая миссия, точнее сейчас у нас будет миссия под названием Урбия, Юг. И описание. Даже несмотря на то, что наша команда увеличилась за счет Даффи, становится ясно, что газ Ева уже на пределе. Я осознаю, что район залива стал слишком опасным для нас. Армии миротворцев получили слишком большое преимущество со времени с моего заключения на скале. Или на скале, не знаю. Движение сопротивления на этой территории не существует с тех пор, как вырезали мою прежнюю команду, а наша новая команда слишком мала, чтобы ее можно было принимать всерьез. Мы начинаем кампанию, которая перенесет наше сражение на опустошенные территории Урбии, пережившие уже многие-многие битвы. У нас нет прав на ошибку, мы отвоевать там плацдарм для сопротивления. Ну, в общем, такие вот формулировки. Даффи уверяет нас, что она может организовать встречу с ее старым командиром сопротивления Тарой, бывшим офицером Гратиуса. Мой план состоит в объединении сил, возвращении нам территории Урбии, поисках Бакстера и в обмене всеми разведданными о действиях миротворцев и делах Гратиуса. Ну, погнали. Так, если врагов слишком много, найдите работу своим товарищам. Просто попросите их пойти в атаку. Команда с управляющими майнфреймами обычно хорошо замаскированы, но радиоантенны и спутниковые тарелки могут выдать их местоположение. Ни хера не понимаю, о чем речь, но поехали. Нормальный бит. А, точно, мы же в автобус сели. Да, и стоит такая, типа, посередине улицы, ёпта. Нормально вы спустились. Damn, well, it's about time, don't you think? Даффи, good to see you again. Опа, выбор оружия. Тяжелая. Разная. Блин, ну, я думаю, надо вот автомат, пистолет, и все, принять. I've done some scouting of the asylum. I know your man's still in there. We'll have to get past some guards and laser fences to get in. I've set up a simulator in the back so you can practice. Once you've got it, follow your GPS. It will lead you to the simulator какой-то. Мейнфреймом. Так, ладно, чё у тебя тут можно стыбзить? Что это такое? Декодер. Codes have been downloaded. Включите лазерное заграждение в задней части. Да, ну не, прикольно сделано. Найдите кусачки. О, у нас теперь пятеро, да? Фига мы вообще лютые. А здесь, я так понял, никого, да? А. Теперь открыт доступ у нас. Так, надо бы посохраняться, а то мало ли сейчас выбежит какой-то черт. Тут походу, да? Вот они. Что за хуй? А, это газ. Туплю. Так, идем обратно. Ебать, что тут такое? Фига, тут разных пух полно. Ингримы, УЗИ. Вот это СМ какая-то херня. Пистолет у нас не здесь. Ладно, мы немножко побегаем помедленней.
Зато у нас полно патронов. Ну, винтовку, конечно, не так много. Да я куда-то не туда вышел. Нормально я арсенал, конечно, хапанул. О, они за мной полетели. А как? А, вот. Все, есть. Найдите и уничтожьте старые сооружения. А, вражеские сооружения. Войдите в старый театр. Бля, норм, меня раздамажили, конечно. Давай-ка я перезагружусь. А им нельзя выдать оружие? Хотя у них ПП. Вроде неплохо. Сука. Ой. Тоже готов. Бля, уйди, пожалуйста, нахуй. Блять, жестко. Бля, я же его завалил. Так, ладно, идем далее. А тут ничего с них не падает. Блин, надо было автомат отдать. Так, халдите. Ну, я не зря, можно сказать, пошел сюда.
Ага, вот оно где. Так, автомат давай я пока отдам кому-нибудь. Давай вот это и отдадим. Автомат. О. Пользуйся. А где дробаш? Сука. Так что он тут был? Блядство. Ладно, ребят, давайте за мной. Полов. А, вот так подбирается, да? Интересное кино. Так, добыли. Там вон аптечка еще есть, но мне пока она не нужна. Все правильно, ну вот нам сюда-то и нужно. Регенератор миротворцев. Так, ну давай, сейчас сохранимся и пошлем их. А так, ебать. Мы так подчищать будем маленько. Здесь вроде никого. Они там бегут. Закрыто. Что здесь? Блять, я испугался, сука. Я что-то вообще не ожидал. Пойдем дальше. Что у них там? Соточка. О, сидят. Погодите, девчонки. Я пытаюсь добежать до вас.
Робокопы какие-то, блядь. Готовы. Так, надо исследовать. Скорее всего, какой-то... Этот должен быть. Опять коды или какая-нибудь херня. Или хватит тех, которые были у нас. А, сейчас посмотрим. А, наверное, хватит. Блядь. Я сбил. Прогресс. А так ебать, ребята. А, да? А, все. Бля, сделали. Ну, короче, дальше будет психушка у нас. Ну, так называется миссия. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока.